Граница Раменского муниципального района или сельское поселение Островецкое включает в себя 4 населенных пункта с численностью населения в 11 тысяч человек. Территория поселения в числе Раменского района наиболее приближена к сердцу нашей Родины, к Москве, что вносит свои тонкости в жизни поселения и в план застройки. Но в этом году прямо рядом с этой площадкой у нас проводились работы еще буквально вчера. Обустраиваем очень большое количество тротуаров, пешеходную зону комфортную и благоустраиваем полноценно целый двор большой. Я бы даже сказал, там несколько дворов, потому что это порядка 6-7 домов многоквартирных. Спортом вам есть где заняться? Да, мы занимаемся в школе, также у нас есть на русской рыбалке клубы. Вот. Все. А чем вы увлекаетесь? Я занимаюсь легкой атлетикой. Ну да, в школе у нас. Вот, мы ездим на соревнования. Много площадок сделали детских. Очень хорошо. Праздники отмечают. Хорошо, молодцы, придумали. Памятник поставили. Молодцы. Для жителей сельского поселения Островецкое в честь праздника приготовили разнообразную развлекательную программу. Для маленьких гостей развернули батутный центр с горками и бассейном из шариков. Дети постарше соревновались в ловкости и смелости, взлетая до вершины пальмы и покоряя серфинг без волн. Для взрослых гостей праздника в честь Дня сельского поселения Островецкое была приготовлена обширная музыкальная и танцевальная программа с участием коллективов Раменского района. Жители радушно встречали артистов, поддерживая аплодисментами, пускаясь в пляс. Праздник продолжался до позднего вечера, встречая все больше и больше гостей. От имени всего Раменского района, от имени всех его жителей, я сегодня поздравляю сельское поселение Островецкое с праздником. Желаю ему дальнейшего процветания, успехов. И всем людям, которые здесь присутствуют и которые не смогли сегодня прийти на праздник, хочу пожелать мира, добра, счастья. Счастья в семьях, счастья всем вашим близким. Хочу поприветствовать особо, не знаю, может быть, наверное, здесь есть, когда время достаточно позднее уже. Тех людей, которые отдали много-много своих сил островцам. Это ветеранам нашим, дорогим, которые строили здесь все, которые развивали и которые сделали все то, что мы с вами видим. Мы должны все это сберечь и еще больше развить. Мы немножко поехали поздно и жалеем, что пораньше не приехали. Довольны, слов нет. Благодарны всему коллективу, кто это организовал. Большое спасибо. Это праздник. Ольга Скрябина, Марина Миткевич, Андрей Пластунов для программы «Городские вести».